Так, я проснулся на столе. Дуба-дубае. Пойдем посмотрим на корабль. На, задание мы не выбрали, наверное, то. Дай задание сначала выберем. Заодно и маним. Машуль. Не обязательно. А, да? Че, два из трех только? 50%. Окей. Че-то я как-то остров не узнаю. Мы здесь не были. Или были? Нет, не были. Давай, разговаривай. Ты че ты не разговариваешь со мной? Так. Все. Так, да, это тот. Продолжить. Угу. Все, я купил задание. Так, надо сначала первую пустить кошку на корабль. Машуль. Ну, выглядит посолидней, посолидней, да. Во, вот на таком я плавал. Вот у него сзади вот можно было ставить. Вот как здесь. Сейчас, секунду, Кирилл. Угу. Вот тут смотри, прям. Кирилл, вот такие паруса ставим или вот такие? Я их не вижу, подожди, надо расправить. А теперь показывай. Такие? Или вот такие? С кляксами, а вторые какие без клякс? Они были просто серые. Ну, вот сейчас. Вот у тебя рыжий, ну, черно-рыжий. Черно-рыжий с кляксой, да. Или вот такие вот красные с это? А, нет, давай с кляксой. Черные, да? Да. Не, ну тут прям, где это, штурвал. Там и сзади столько места до хрена. И, кстати, борта выше. Могут не залететь. Четыре пушки с каждой стороны. Якорь, правда, уже мне не под руку. Да? Фишка знаешь в чем? Мне управлять всеми парусами теперь. Не, ну хотя бы одним. Так. Что у нас в трюме? Каютка капитанчика. Вот, тут смотри, сзади балкончик есть. Где каюта капитана? А здесь карта больше. К нам кто-то плывет или что это? А, это да. Вот, это эти. Скелеты-пираты. Нет, это чуваки, которые подобрали этот. Ну, мы их сейчас увидим. А, груз? Да. Пока не увидим. Да не, они где-то вот должны быть. Ну, они близко. Правый борт. Странно, не вижу. Вообще должны быть видны. У меня кружечки нет. Из чего готовить еду, не понятно. Ну, вообще из этого. Прям так можно, по-моему, на костре. Ну, я не знаю, Ильху готовить, я не готовлю. А. Они хрен знает где от нас. Они близко. Они по левому борту идут. Левый, да. Знаешь, сколько секторов? 10 секторов. Ну ладно, не 10. Разве 10? Мы в 8-м, а они в 15-м. А, это просто карта двинутая, и корабль наш показывается так. Да-да-да. И хрен с ними. Так, что у нас тут так. Надо корабль изучить давай, сначала. Давай, короче, блин, а где у нас эти?
Где карты, куда карта кладется? Я уже положил, по-моему. По-моему, в капитанской этой. Ё-моё. Мы тут охренеем. Так. Нижняя палуба. Это палуба. Здесь можно переодеться, кстати, наверное. Так, задание воткнул. М? Ты второго поставил квест на это? Ну, от этой чумной женщины, да. Это от астролога. Я его не вижу. Вот он. А, все. Я его не видел. Надо чумная пушки женщина. Зарядить. Якорь, возьми ядра и заряжай. Подожди, надо. Недавно видели изгибающаяся лощина. Надо маню еще научить, как что делать. А, мы недалеко от того места, где мы были. Изгибающаяся лощина. Опаньки. А вот теперь чуваки это... Очень близко к нам. Они идут, знаешь, куда? На форпост Золотых Песков. Скорее всего, они идут, знаешь, куда? Заповедный форпост. Там, так, где мы были. Я зарядил только по три пушки с каждой стороны и одну оставил для того, чтобы, если что, летать. Бочки с ядрами далеко, там было прям, они стояли рядом. А они там вообще, там прям вообще шикарный был корабль. Там все удобно. Угу. Охренеть, как далеко миссия. Риф дикий, акулы зуб. Так, Машуль, поднимай якорь, а ты мне говори налево, направо, прямо назад. Налево. Машуль, якорь. Это вот, которое перед тобой было. Да? Да. И что делать? О, это... Очень тяжело поднимается якорь. А, еще одна проблема, я встретил у этого корабля. Я за парусом вижу ровным счетом... Мягко сказано. Легче пошло. Естественно. Я тебе помог. Так, ветер в парус. Точно? Кирюха. И они говорят, 4 человека справятся с этим кораблем. Я не вижу ни хрена. Так, Маню сейчас надо запихнуть на мачту. Вообще мы это и хотели. Идите нахуй. Я вас не звал. Лезь, женщина. Да не полезь, я высоты боюсь. Иди нахер. Да ты смотри, там вообще фигня, смотри. Вот-то я даже смотреть не буду. Почему я Маню слышу, как из рупора? Не знаю, может она в рупор говорит? Вот кто бы подумал, ну вот я вот не думал, что так случится. Но у нас появился этот бард. Да. А ты в курсе, что можно разные инструменты брать? Я нашла его. Да, пиздец. Левее бери. Ты ведь курс, что я не вижу, если что. Земля по курсу, земля по курсу. У нас ивент «Оглуши капитана». Да, есть немножечко.
Уважаемый, я говорю налево, а не направо. Вон остров, что, не видишь, что ли? Ну, ты что, мало, что ли? Это не тот остров, товарищ. Чем тебе он не нравится? То, что он не по квесту. Там какая-то лодочка с мотором? Бросай якорь! Что, якорь, блядь? Якорь! Бросай, он у тебя. Ой, какой звук-то был сейчас. Ебать. А там какая-то лодочка. А мне туда можно? Да. Можно. А меня не съедят? Могут. А чем отбиваться? Скролик крутани. Вниз будет этот. Один сабля, два огнестрел. Так проще. Я нашла чей-то котелок. Смотри, а то за этот котелок могут и это. По котелку. Ну я послеживаю за маней. Правда, а что тут можно собрать? Кирюха. У меня тут какие-то заклинания поют. Что там? Ёб твою мать. Это какой-то чужой? И оно дамажит. Не утони, Кирюх. Да, да. Я так и не понял, как его. У меня кончились патроны. Да. Жопа. Не то слово. Ну тут можно какие-нибудь, блядь, бананы хоть собрать, хоть что-нибудь. В бочках. В бочках. Господи. Ящики выкапывать. Кирюх, там я ящик кинул на эту весельную. Не без понятия, что с этой фигней делать, на самом деле. А в этом корабле ничего нет? Не нашел. А что, они все пятизарядные? Да. Да. А тебе сколько надо было? 30, 40? Ну да. Но я бы хотел с собой таскать больше шариков в карманах. Мы снимаемся с якоря. Прошел час. Можно я в трюме сижу? Нет, женщина, поднимись и давай крути. Там давай там крути. Я женщина, я не создана для работы. У тебя под стулом мышь. У меня корабельная. Под стулом мышь? Да. Ура. Отлично. Мышь корабельная. Мне нравится каюта капитана. Можно я тут буду жить? Так, Кирюх, нам нужно налево. Так, сейчас подожди, подожди. Я тут открытие для себя делаю. Раз. Два. Да, его надо крутить больше, нежели. Три. Четыре. Охренеть. А ты что хотел? Это тебе не катерок твой водить. Кирюх, если что, мы идем на чуваков, который... Простите, не та кнопка. Что она сделала? Да, выстрелила. Ну, хорошо. Да, иди за, возьми недостающий патрош. Так, ладно, чё, куда нам ехать? Прямо по курсу будут чуваки, которых... Да в жопу чуваков. Тогда еще левее нам надо будет выворачивать. А палуба какая-то гнилая. Ой, все, смотри, а. Да фу. Мне надо понять, где у этого штурвала середина. На балдажник. Да, когда у тебя нечетное количество вертушку. Во-во-во, ты начал поворачиваться. Блин, прикинь, чуваки до сих пор стоят там. На острове. Что они там делают, непонятно. Раз. И причем они не на острове стоят, они между островом стоят. Где середина, наверное? Нам еще левее надо. Подожди, я изучаю руль. Раз.
И два, да? Да, все. Там на улице какая погода? Вот это. Ну, в принципе, нормально. Центр. Вот, вот это центр. Нам левее, да? Нам всегда право. Нет, стой. Господи, то влево, то вправо. Ты правильно крутил. Влево, ебать, да. Там молния хуярит. Насколько влево? Ну, вот так вот, держи курс пока. Это надо говорить раньше. Насколько раньше? Вот настолько. Так, сейчас ты идешь ровно прям на остров. Нам надо... Крути влево. Там скала. А я говорю, крути влево. Между проскочим, давай. Я к тому кораблю привык. Да. Здесь? Кирюх, еще 15 градусов. 20. А куда вы хотите? Ладно, не важно. Давай, крути влево. Или там скала. Там вот, надо сейчас тоже куда-нибудь уже левей, потому что мы пока правым бортом, по-моему, идем в скалу. Не, не зацепим. Да? А когда мы сядем на мель, ты вспомнишь мои слова? Нормально. Так, у нас ветер В харю. В харю. Так, Кирюх, прям по курсу перед нами появляется призрачный остров. Да. Мы между не пройдем, наверное. Неважно, нет, не пройдем. Я в щель хочу залететь. В щель не залетишь. Ну вот если не залечу, значит не залечу. Щель залетит в нас. Мне кажется, там суша. А я попробую. Ну если суша, значит сядем. Приплыли. Заднего хода у корабля нет. Да. Охуенно. Нам еще левее, короче, Кирюх. Ровно да, влево. Да, подожди, в щель хочу. Меня вот устраивает то, что хотя бы паруса в одну сторону. Блять. Мань, иди не... сюда. Да ну не та кнопка, нахуй. Иди сюда, Мань. Да не бойся, да никто тебя трогать не будет, иди сюда. Господи. Я тебе прикол хочу показать. Иди за мной. Что тебе надо? Встань вот тут. Ну не хочу там стоять, отстань, да мне страшно. Сюда. Ну пойду я, да в жопу, сейчас тебя жахну. Да иди, не бойся. Давай, давай, Кирюх, почти. Правому борту пизда. Левому. Кирюха, да не, левый-то как вправо. Раз-таки проходил. Да ушел я уже вправо, господи, вот ты паникер. Не, нормально. Тут пирс какой-то, я не знаю, насколько он отдамажит или нет. Отдамажит. Ебай. Уходим влево теперь. Тя, подожди, еще 5 минут, я докручу штурвал. Нам ровно налево, прям короче, вот ровно. Я знаю, надо Илюхе дать штурвал покрутить. Нет, не хочу. Почему? Я знаю, сколько это мучений. Ты мне скажи, когда останавливаться. А, все, хорош. Теперь чуть правее. Кирюх, я не виноват. Еще чуть-чуть. Нам на эту какую-то скалу, что ли? Еще чуть-чуть. Да мы и так крутим. Вот так. Все. Перестань крутить. Выравнивай. Я только на один оборот ставил. Паруса нам в это, да, все нормально. Харю. Да, все хорошо. Ой. Да кто там все стреляет, да? В этот раз я. Это не я. А Маня ВКонтакте. Пират ВКонтакте. Кто управляет кораблем? А?
Вон он, Кирюх, островок. Какой? По правому борту маленький. Маленький. Угу. Я справа борт как раз ни хрена не вижу. Кирюха. Тебе ничего не кажется? Все хорошо. Ебать, это что было? Шпиль поврежден, чтобы починить чиним. Доски. Ебать, где это? Где ваши сратые доски? Доски ваши где? Мы на бочку налетели опять, наверное. Маня, бросаем, Кирюк, да? Кого? Бросай якорь. Якорь, да, бросайте якорь. Быстрее, женщина. Да жму я, тут же вообще-то КД. Мы же не сели дном, да? Не знаю, похоже. Не, ой, рядышком, прям чуть-чуть. Слушайте, еще оставалось. А там кто-то это. Да, это друзья. А идем кто там ходит? Там какие-то скелеты. Да, им надо вшатать. Ой. Ну тут довольно-таки мирно. Ну да, всех я себе забрал. Какие-то сверху птицы. Ебать! Что случилось? Скелета не обращай внимания. Твою мать, нахуй! А я думал. Арщи! 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 Ебать! Воду. А, у меня от ХП почти ничего не осталось. Кушать надо. Крю. У нас сейчас этого нету. Это ж за боссом, да, мы пришли? У нас патронов нет. У меня патроны кончились. Они здесь все пушкари, кстати. Ну, вот именно. Это еще залалочные, есть золотые скелеты. Они бронированные. Есть призрачные теневые, скелеты. Которых надо подсветить. Да. Босс появился. Его! Есть. Бери череп и тащи на корабль. А куда его там сувать? А куда-нибудь кинь. На X. Ну так, чтобы он не отсвечивал сверху. Так, Кирюх, теперь ты выворачиваешь вправо. Оу, ебать. Тань-та-та-тань-тань-тань-та-та-тань. Извините. И вот отседовал ловить? Да. Главное, ядром по лицу не получить. Ебались! Главное, чтобы она не свалилась. Так, насколько вправо? Или влево? Куда я забыл? Выворачивай, вправо, вправо. Подожди. В эту скалу, что ли? Я не там вижу. Не видно нихуя, клюет она или нет. А ты узнаешь, когда она начнет клевать. Смотри. Кидаешь удочку. Ждешь. Блин, прекрасно. Солнце закатное. Да, у тебя экран переведется на поплавок, ты поймешь, что у тебя поймалась мини-игра с рыбной. Мини-игра. Блин, как красиво, посмотрите. Ну посмотрите. Ага, идем на череп, главное. Ну посмотрите. Охуенно. Охуенно. Сейчас. У нас рыбацкое судно, да? Ну и классическая это мини-игра с это. Надо с рыбой бороться. Ужас. Маня рыбу победит. Рыба Маню победит. Да, я вот этого боюсь.
Нам череп подмигивает. Не нам, а Мане. Блин, солнце село. У тебя там что за мини-игра с рыбой? Партия в шахматы, блядь, что ли? Нет. Пытаюсь вытянуть ее. Кошмар какой. Какая же здесь красивая вода. Охренеть можно. На. На. Дай. Только не жри ее на левую кнопку, а иди вниз и приготовь. Сейчас хоп, и музыка заиграла. Убирай паруса. Я просто не хочу за остров вылезать, чтобы нас не было видно. Ебать! Не вылез, не успел. Маня, чини корабль. Так, якорь опущен? Нет. Бросать? Да. Чини корабль. Начинается. Потому что я слышу, как мы тонем. Какого хуя досок-то ноль опять? 5 штук. Есть еще дыры? Да, я заделываю. Еще есть? Не знаю, не вижу. Я пока воду вычерпываю. Ну что, сделаем этот корабль тоже заплаткой? Смешно. Тут больше пространства. Он точно будет называться заплатка тогда. Все, корабль чистый от воды. Ой, куричка. Тут скелеты ходят. А ты в курсе, что у нас за этим островом пиратский корабль? Круто, чё? Бать! Я отъехал. Зай! Пардон. Я сейчас тебе стрельнула в затылок, если что. О! Этих в воду не пускать. Главное. Они в воде хилятся. Ёпта. С синей меткой? Нет. В листве. Зеленые, короче. Тут есть припасы. Да, я вижу. Ну, это если ты прострелялась, зарядись. Да, я заряжаюсь. Угу. Да. Тут очень много припасов, но я ничего не могу уже брать. Тут столько развилок. Что можно обосраться. Ух ты, тут галлюциногенные грибы. Ах, нельзя подобрать? Нет. Змея может укусить, да. Тут бананы. Тут везде эти сраные бананы. Берю. А. Пороховую бочку несу. Ага. Машоль, в нее нечаянно не стрелять. А и как получится? Это деньги и опыт твой. Да, и наша смерть, если что. Прикольно. Сейчас я к ней вплотную подойду. Так, идите нахер. А чё ты на корабль-то прибежала? Я разгружаюсь и обратно. Слушай, может ей ящик дать? Мы ящик ей будем загружать. Я подойду. А, Кирюх? Не знаю. Потому что у нас есть ящик, который это
Такие милые курятки. Их можно с собой забрать. Да, слушайте, только сажать некуда. Я нашла разделанное мясо змеи. Его можно пожарить. О. Беда в том, что я туда обратно путь не найду. Да, я найду. А почему путешествие закончено, пишут? Потому что квест сделали. А. Это все побольше. Я предлагаю по главному пойти. О, курочки купаются. Я в кают капитана буду черепа складывать. Их оттуда хотя бы найти можно. Доски взять не могу. Блин, я все время забываю это. Сдать шмотки всей. А, показалось. Там еще таскать и таскать. Угу. Я вода. А что за бочка? Это вот эта, которая ее бает? Да. Да. Мама мия. Кирилл. Сундук с боеприпасами, который можно. Маша, смотри на меня. А? Нихуя, вот вы где вы все это находите? Я еще ничего не нашла. Кроме бананов, кокосов, блядь, и тучи скелетов. Иди за мной. Я даже РБ, блядь, отпиздила. За мной иди. Я проебалась. Ну, там, где ты была. Ой, у меня тут гость. Ебать! Где-то еще один. А, вот он. Ваня, сзади! Кирюха, сзади! Главное, в бочку не стрельни. Я сблизи дерусь. Ого. Так, на корабль это надо все грузить. Я пока около корабля бросаю. Ебать. Ну да. Иди сюда, мой маленький пупсеныш. Подожди, сейчас я заряжусь. А, так, кстати, я тоже. От греха. Я пуст и няшен. Ну. А тебе надо не пистолет, тебе надо дробовик. Ну слышь. Ну а в 7 Days ты с дробовиком же бегаешь? Да. То же самое. Так, здесь где-то лежала красная бочка. Вот она, если что. Мне это нельзя носить. Носить можно, стрелять нельзя. Здесь вот ядра, палки, все дела. А я вот сейчас пройдусь, посмотрю, что еще валяет. Ну, тут мы вроде уже все обыскали. Тут я просто столько... Тут столько пещер, знаешь, вот я вот уже захожу, вроде был уже здесь. Да, я не понимаю, я тут была или нет. Один какой-то сплошный лабиринт и чайки срут на голову. Кирюх, тут два острова на самом деле соединены. И мы были только на одном. Ну, вы на тут змеюка! Пошли. Да я уже его обчистил весь. Да? Я тут сундук как раз таки нашел. Я ее пристрелил. Бля. Я не могу подобрать вязку. А наверху в пещере вязку. Был? Не помню уже. А с красной бочкой падать можно? Не знаю. Я проверил. Можно? Да. А я возле пушек наверху. А сундуки пониже складывать? Ценные? Да пофиг. Взрывающийся, главное, не около меня. Кирилл, смешно. Тут клетка для свиней. Тащи домой. Я хрен знает, как я туда забрался, понимаешь? И всем спасибо за просмотр. Это было, в принципе, наше первое совместное путешествие с Маней. В следующей серии мы встретим живых людей, но об этом уже потом. Так что не забываем ставить пальчик вверх, подписываться на канал и до встречи. Всем пока-пока.